Братья Запашные. Братья Запашные приняли участие в церемонии гашения марки, посвященной великому клоуну Михаилу Шульдину, который был народным артистом РСФСР и постоянным партнером Юрия Никулина. Об этом наше видео. Несравненный Запашный. Несравненный Эдгард Запашный и не менее несравненный Аскольд Запашный, у которых сегодня день рождения. Поэтому мы сегодня о них так часто и говорим. Здравствуйте, уважаемые гости, участники сегодняшней церемонии гашения. Сегодня мы станем свидетелями уникального события, торжественной церемонии памятного гашения почтовой карточкой с литерой «Б», посвященной столетию со дня рождения Михаила Ивановича Шульдина. Простите, я просто хотел бы поблагодарить Юрия Халявина, хотел бы вас лично поблагодарить. Вы знаете, сегодня вы нам помогли сохранить историю нашего российского, советского, мирового цирка. Я ждал, когда вот наши великие артисты начнут появляться вновь на марках, на открытках. У нас был такой исторический провал, когда этого не происходило. Я очень рад тому, что вы пошли на встречу, я очень рад энергии Юрия, который уже не первый год работает над этим, и это не первое гашение. Надеюсь, не последнее. Юбилеев много. Спасибо тебе громадно. Просто по-человечески вам спасибо большое.